Вести Карачаево-Черкесия. Здравствуйте. Рита Нерова о наиболее заметных событиях республики. Открытие 56 новых и отремонтированных объектов образования и спорта запланировано в этом году в республике. В ходе ремонтных работ в Центральном парке Черкесска обнаружен склеп, датированный примерно 19 веком. На базе Карачаево-Черкесского государственного университета имени Умара Алиева проходит региональный этап федеральной программы «Пространство развития». И на курорте Архыз стартовали предпродажи сезонных скипасов на предстоящую зиму. Далее подробно об этих и других темах. 4 июля в Большом зале Дома правительства состоится очередная 40-я сессия Народного собрания Карачаева-Черкесии. На рассмотрение будет вынесен ряд законопроектов, в числе которых о внесении изменений в региональные законы, об установлении в республике размера предельной величины среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно на этот год, о регулировании отдельных вопросов в сфере организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, о государственном стимулировании инвестиционной деятельности и другие. В Доме правительства республики состоялось заседание Общественного совета при региональном министерстве финансов, ключевой темой которого стали исполнение бюджета Карачаева-Черкесии за первый квартал текущего года, результаты деятельности контрольно-ревизионного отдела за 2021 год, а также проделанные работы по контролю сферы закупок за прошлый год. С апреля прошлого года, когда президент страны дал старт программе догазификации населенных пунктов без привлечения средств жителей, в Карачаево-Черкесии было подано 2347 заявок. Из них уже по 1616 заявкам проложены сети до границ земельных участков, по остальным ведутся работы. По скорости оформления заявок, заключения договоров и выполнения мероприятий по прокладке газовых сетей к участкам республика на втором месте в общероссийском рейтинге по догазификации. Подать заявку можно очно через МФЦ и службу единого окна газораспределительная организация, а еще дистанционно через портал госуслуг или на сайте единого оператора газификации России. Открытие 56 новых и отремонтированных объектов образования и спорта запланировано в этом году в республике. Так, в сентябре по национальному проекту образования откроется новая школа на 164 ученических места в ауле Гирюльдиук из Жигутинского района и 18 общеобразовательных школ Карачаево-Черкесии, капремонт которых проводится в рамках регионального проекта «Модернизация школьной системы образования в регионе». В этом году откроются и Центр выявления и поддержки одаренных детей в северной части Черкесска, детского технопарка «Кванториум» на базе гимназии номер 18 республиканской столицы, а также 26 центров образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» в сельской местности и малых городах. Кроме того, после капитального ремонта в сельских школах Карачаево-Черкесии откроются 4 спортзала и 4 спортивные плоскостные площадки. В Ижгуте на сентябрь текущего года по федеральному проекту содействия занятости нацпроекта «Демография» запланирован ввод дошкольно-образовательной организации на 80 мест. Около 8 километров ветхих водопроводных и канализационных сетей Черкесска заменят до конца года. К работе в осенне-зимний период запланирована замена более 4 километров водопроводных и 3 километра 700 метров канализационных ветхих сетей. К предстоящему отопительному сезону в городе также предстоит подготовить 155 водозаборных сооружений, 15 насосных станций, 120 километров водопроводных и 115 километров канализационных сетей. Запланирована замена 24,5 километра ветхих электрических сетей, а также подготовка 89 километров линий электропередачи и 122 трансформаторных подстанций. На 12-километровом участке подъезда к Черкесску продолжаются работы по расширению дороги до 4 полос. Реконструкция развернута на отрезке от съезда в село Садовое до пересечения улиц Ставропольской и Набережной столицы республики. Двухполосный участок автодороги не справлялся с транспортной нагрузкой и требовал обновления, рассказала пресс-секретарь Управления автомобильных дорог «Кавказ» Милана Тхамокова.
Проектом предусмотрено расширение и усиление дорожной одежды с устройством трех слоев асфальтобетона, где верхний щебеночно-мастичный. Помимо основного комплекса работ, дорожники отремонтируют 67 пересечений и примыканий. Во избежание размыва элементов дороги заменят 9 водопропускных труб и устроят поверхностный водоотвод закрытого типа со смотровыми колодцами. Встречные потоки разделят тросовым ограждением по оси проезжей части, модернизуют один существующий светофорный объект и устроят 9 новых. Установят более 750 дорожных знаков и нанесут разметку светоотражающим термопластиком. В ауле Псыж рядом с гимназией номер 1 и дошкольно-образовательным учреждением восстановят две площадки для кратковременной остановки автомобилей на 30 машиномест. Для жителей Черкесска и аула переустроят 8 остановок с автопавильонами и комфортными зонами посадки, устроят тротуары с тактильной плиткой и перильным ограждением. Кроме того, смонтируют 2 пешеходных светофора с кнопкой вызова. Порядка 10 торгово-остановочных комплексов в столице Карачаева-Черкесии до 1 сентября этого года планируется оформить в едином стиле. Он предусматривает использование только сертифицированных, в том числе в части пожарной безопасности, материалов, имеющих качественную и прочную окраску. Все вывески должны быть выполнены одинаковым шрифтом. При оформлении не допускается применение сайдинга, рулона и шиферной кровли. Все внешние поверхности модуля, включая корпус, фриз, декоративные колонны, рекламные информационные поверхности и нижеограждающие элементы, должны быть облицованы композитными панелями. На первом этапе будут модернизированы торгово-остановочные комплексы на проспекте Ленина, далее по улицам Октябрьской, Демиденко и Космонавтов. Власти Карачаева-Черкесии сосредоточили усилия на максимальном упрощении работы бизнеса. В регионе впервые введен мораторий как для малого и среднего бизнеса, так и крупных компаний, и не только по плановым, но и внеплановым проверкам. Кроме того, в целях упрощения работы бизнеса в республике, помимо моратория на проверки с 10 марта текущего года, были отменены все начатые проверки. Лицензии и разрешения, срок которых истекает до конца года, были автоматически продлены, а также отменена госпошлина на заявление в рамках получения лицензии. Сроки действия сертификатов и деклараций, истекающих до 1 сентября этого года, продлены еще на год. Как мы уже сообщали, центр «Мой бизнес» и социальная сеть ВКонтакте запускают программу поддержки предпринимателей по всей России. Она будет реализована в 84 регионах страны, в том числе и в Карачаево-Черкесии. Информацию комментирует заместитель директора регионального центра «Мой бизнес» Ринат Хатуаев. Совместная акция «Мой бизнес» и ВКонтакте представляет из себя возможность для продвижения товаров и услуг на площадке ВКонтакте. Суть договоренности заключается в том, что, обратясь в центр «Мой бизнес», люди могут получить промокод для участия в этой акции. Что он из себя представляет? Человек может пополнить личный кабинет, расходы на продвижение в нем на 3000 рублей или на 5000 рублей, пополнить свой счет, и в рамках этой акции он получает промокод от сотрудника центра «Мой бизнес», и счет пополняется на аналогичную сумму от взноса, там, если он на 3000 пополнил, 3000 добавляется к его счету в рекламном кабинете, да, и на 5000, если он на 5000 пополнил свой счет. Для комфорта потребителей в Карачаево-Черкесии продолжает работу горячая линия по вопросам ценообразования. Республиканский Минпром уделяет особое внимание ценообразованию в региональных магазинах, регулярно проводя мониторинг цен на продукты первой необходимости, в числе которых несколько десятков товарных позиций. В случае, если вы столкнулись с ценами, которые, по вашему мнению, завышены, вы можете позвонить на горячую линию по номеру 280328. Еще раз, 280328. Она работает с 9 утра до 18 часов ежедневно и охватывает все населенные пункты республики, рассказывает руководитель Департамента потребительского рынка, услуг и лицензирования Министерства промышленности и энергетики и транспорта республики Арсен Гутякулов.
Рабочая группа занимается мониторингом, то есть еженедельно мониторинг во всех районах, со всех районов, со всех городов принимается информация, сводится нашим министерством, и сводная информация направляется в прокуратуру для дальнейших действий, выявления необоснованного повышения цен. По всем фактам нарушения по необоснованным завышенным ценам на социально значимые товары, то есть можете обратиться в наше Министерство промышленности и энергетики транспорта по номеру телефона 280328. Компания «Карачаево-Черкесэнерго» строит новую электролинию к Хабесскому гипсовому заводу. В ближайшее время это предприятие запустит новый цех по производству гипсокартона, а поможет ему в этом Россети «Северный Кавказ», которая строит для завода новые линии электропередачи, чтобы запитать дополнительное оборудование. От Хабесского до Зеленчукского района на 400 опорах будет протянуто 11 километров проводов. В ходе капитального ремонта в Центральном парке республиканской столицы строители обнаружили склеп ориентировочно 19 века. По мнению историков, в нем могут быть захоронены либо основатели станицы Баталпашинская, ныне Черкеска, либо священнослужители бывшего Никольского собора, здание которого ранее находилось неподалеку. Пока что на объекте приостановили все ремонтные работы, рассказал начальник управления ЖКХ мэрии города Сергей Елисеев. Сейчас археологи занимаются обследованием этого захоронения. После того, как все меры по обследованию будут приняты, возможно, получится определить, чье это захоронение. И после этого будет принято решение уже его перезахоронения. То есть это захоронение будет отсюда убрано. В том числе сейчас проводится работа по определению границ участка на территории центрального сквера, на который будет также учеными, которые сейчас занимаются, наложены определенные условия использования. То есть, скорее всего, некий участок будет признан объектом культурного наследия, и ряд работ на нем будет запрещен. По словам одного из археологов Андрея Печенкина, делать определенные выводы рано, нужно тщательно исследовать находку. Определенно, кто сейчас находится в склепе, еще пока неизвестно, пока останки не будут извлечены из склепа, пока конкретно ничего нельзя сказать, кто там. В склепе может находиться любой, как это уже неоднократно озвучивалось, что здесь были погребенными 27 человек. На базе Карачаево-Черкесского государственного университета имени Умара Алиева проходит региональный этап федеральной программы «Пространство развития», направленной на вовлечение молодежи в социальное развитие территории малых и городов и поселений через создание проектных команд. Более 40 человек проходят обучение основам социального проектирования. По результатам регионального этапа программы «Лучшая проектная команда» получит возможность посетить итоговый форум, который пройдет в октябре текущего года, и выиграть средства для реализации своего проекта. На курорте Архыз стартовали предпродажи сезонных скипасов на предстоящую зиму. До конца месяца их можно купить с 35% скидкой по той же цене, что и в начале предпродаж прошлого года. Сезонные билеты дают возможность кататься на курорте каждый день горнолыжного года, включая праздники, в том числе новогодние. В стоимость также входит вечернее катание по освещенным трассам. Таким образом, приобретать сезонный скипас летом выгодно не только тем, кто живет рядом и готов приезжать в любые дни под погоду или настроение, но и всем, кто планирует отдохнуть на курорте Архыз в течение сезона, особенно в новогодние праздники. Сезон на курорте традиционно длится с декабря по конец апреля. Гостям доступно 27 километров трасс разного уровня и 8 канатных дорог, гондольных и кресельных. Радио России, Карачаево-Черкесия. Погода. По сообщению синоптиков регионального гидрометеоцентра, завтра по республике ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. В отдельных районах сильный дождь, град. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Днем порывы до 14 метров. Температура воздуха от 23 до 28 градусов тепла. В горах местами плюс 13-18. В Черкесске без существенных осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Днем порывы до 11-14 метров. Столбик термометра поднимется до 28 градусов выше нуля. Thank you.
На этом информационный блок с Ритой Неровой завершен. Вы слушали Радио России «Карачаево-Черкесия». До новых встреч!